В сегодняшний день, дорогие, день святого вечера, когда встречается за столом вся семья, представители одного или нескольких родов. Я предлагаю принять всем сердцем этот чудесный праздник в свою жизнь, переосмыслить его. Лично мои воспоминания детства об этих вечерах самые теплые. Я помню бабушкины руки, улыбки своих дядюшек и тетушек, своих двоюродных братьев и сестер. Это было действительно теплые вечера, проведенные в кругу семьи, членов одного рода. И сейчас всем сердцем я посылаю вам мелодию, которая поможет сгармонизировать отношения в пределах одной семьи, в пределах одного рода, а то и нескольких родов, в пределах одной семьи, когда ветви двух родов не срастаются, дабы дать семя следующему новому, могучему, удивительному роду. Любите друг друга, будьте любимы и счастливы. Yeah.